Ну давай, что ты мне сегодня покажешь? Большая, с мощной экономикой, богатыми ресурсами. Так что все эти блокады и санкции он уж как-нибудь переживет. А вот по союзникам Вашингтона, которые гораздо больше зависят от внешней торговли, политика ковбойских наскоков на нормальные экономические связи бьет куда сильнее. Долбанный зомбоящик! Всех от души приветствую, дорогие друзья. Долго меня не было. Были дела свои. Так что вот такие дела. Будем сегодня пилить развивающий видеоконтент. Кстати, на меня Широгоровы, падлы, киданули страйк. Якобы из-за ножа там. Ну, видео. Видео про нож у меня было, братьев Широгоровых. Реплика из Китая, короче. Ну, это самое... Прилетел мне страйк, короче. А страйк, как он это... Там не написано ничего, от кого, чё, почему. Я, блин, сидел, гадал, блин, от кого страйк вообще прилетел. Чё за дела? Чё не нужно? Написано, типа, было просто по принципам сообщества. Но я посмотрел видео. Я подумал, может быть, они решили, что я, типа, выдаю реплику за оригинал. Но я посмотрел видео, как бы у меня в названии написано «Нож из Китая», реплика, там все дела, да? И в самом видео я говорю, что это самое, что это нож из Китая. Я его просто раскрыл, там, показал, как он устроен, там, ну, там, две каретки. В общем, по сути, ничего не нарушал, блин. Написал им, типа, так-то, так-то, я, типа, не это самое, ну, в YouTube написал. Они там ничего толком не ответили. А, они потом ответили, короче, то, что это самое. Мы рассмотрели ваше обращение, типа, проверили еще раз. И типа убедили, что вы нарушаете там все дела. Ну я думаю, как так-то? Че, из-за чего? И вот сидел дома, долго думал, короче, над этим вопросом. Пока мне ВКонтакте один, ну, мужичок не написал, респект ему. То, что есть такая мастерская братьев Широгоровых. И вот это вот падла накидала страйки всем каналам, кто вот ножи выкладывал, их реплики. Реплики из Китая. Якобы там на ноже ихний логотип. И из-за этого они типа страйки покидали. И... А что самое удивительное... Эти пассажиры, короче... Мало того, что у них все дизайны их ножей скоммунижены. У западных производителей. Все дизайны ножей, дизайны замков. Они, по идее, должны были за это отчислять. Но хер они, а не отчисления. Так что вот такие дела. А жопа у него пригорела... Вот этого Широгорова из-за того, что их ножи перестали покупать, потому что стоят они нереальные, там доллары нереальные. На доллары надо жировать по полной программе, чтобы такое покупать, там по 1000 долларов. И как пишут, там качество не особое, блин. За 1000 долларов покупаешь нож, а тебе приходит он с раздолбанным осевым винтом. Так что вот такие вот дела. И жопа у них горит, никто не покупает их недорогущие, нахер никому не нужные ножи, а покупает все реплики. И вот поэтому он накидал всем страйки, короче. Ну и хрен с ним. Итак, дорогие друзья, сегодня мы будем пилить развивающий видеоконтент, короче. Сегодня поговорим о таком явлении, как вредные привычки, да, курение там, бухло. Я раньше тоже сам курил и бывало выпивал, ну это там, до 20 лет там где-то, да, баловался. Но потом до меня дошло то, что все эти дела это удел безвольных рабов. Курение и бухло. И поэтому я перестал этим баловаться, короче. Почему многим родителям в наше время не удается объяснить своему ребенку, что, допустим, курить или пить это плохо, да? Потому что ребенок спрашивает, как бы, да, почему, типа, папа там, почему нельзя это делать? Он говорит, ну, это плохо, типа, это вредно здоровью. Да все это херня, ребенок это не воспримет. А воспримет он только одно, если вы скажете ему то, что курение и бухло это удел рабов и безвольных пассажиров, понимаете? Чем отличается человек вообще от животного? Да, вот говорят, человек это животное, но, ну конечно да, но с натяжкой. По идее, человек перестал отличаться от животного тем, что приобрел способность созидать, как-то... Это, укращать свои слабости, да, превозноситься над этим. В общем, что же такое вредные привычки, допустим, да?
Вредные привычки – это как бы возвращение к животному состоянию своему. Неспособность контролировать свои слабости. Но мы же должны с вами развиваться. Мы должны идти вперед к нормальному цивилизованному обществу. Именно поэтому я считаю, что пропаганда против табака и бухла должна быть направлена именно на это. Именно на то, именно на указ того, что бухло – это удел неудачников. Неудачников, слабовольных людей. И зомбоящик, кстати, должен показывать не вот эту вот чушь 300 лет, а именно вот это. Именно что-то нормальное, развивающее. А не только дебильные шоу, блин, со всякими фриками и дегенератами, блин. Там охрен что скажут. А знаете почему? Да потому что им выгодно, чтобы вы были рабами. Вот и все. Ой-ой-ой. Короче, вот так вот накипело это уже все, конечно. Ладно, дорогие друзья, давайте. До новых встреч.